Друзья, добрый день. Саломба Мардуми Самарканди Кандманд. Подписчики и гости нашего канала из прекрасного Самарканда неоднократно просили нас снять и показать процесс приготовления знаменитого самаркандского плова. Сегодня мы решили поставить точку в этом вопросе. За моей спиной находится чайхана, которая называется «Мир плова и шашлыка». Эта чайхана расположена рядом со станцией «Железнодорожная» в городе Балашихи. И в этом заведении сегодня самаркандцы приготовят нам самаркандский плов. На этой ноте я завершаю свою речь и приглашаю вас на кухню. Поехали! Ассаламу алейкум. Чхелшму. Хубастет. Друзья, самаркандский плов сегодня нам будет готовить уважаемый повар Ислом. Но прежде чем приступить к приготовлению самаркандского плова, я хочу уделить немного времени нашим ингредиентам, то есть тем ингредиентам, которые мы будем использовать в процессе приготовления плова. Состав ингредиентов отличается. Здесь сразу бросаются в глаза изюм и барбарис. Сколько граммов изюма у нас? 100 грамм. 100 грамм. 100 барбариса? Барбариса 50 грамм. 50 грамм. У нас есть также мясо. Это говядина, я так понимаю? Да, говядина. Это голяшка и лопатка. Голяшка и лопатка. Сколько килограммов? 5 килограмм. Так. Есть у нас зира, нут. Сколько нута у нас? 200 грамм. 200 грамм. Да. Нут, я так понимаю, предварительно замочили. Да. Да? В теплой воде. Да, теплая вода. Сколько часов? 10. Хорошо. Соль у нас есть. У нас есть набот, кристаллический сахар. Сколько граммов здесь? 100 грамм. 100 грамм. У нас также есть масло. Два вида у нас. Подсолнечное масло, да? Подсолнечное и загар. И зигирное масло. Сколько примерно у вас масла? Подсолнечный литр. Угу. Литр. Также у нас есть лук. Это у нас примерно 600 грамм. 600 грамм. Так. Морковь. Два вида, да? Да. Красный и желтый. Сколько у нас моркови? 5 килограмм. 5. И рис, да? Да, рис. Сколько риса у нас? 5 килограмм. 5 килограмм есть. Так, и я здесь еще увидел марлю. Так, она нам нужна тоже для приготовления плова, да? Готовы? Да, точно? Тогда поехали. Скажите, пожалуйста, что нам нужно сделать первым делом? Казан. Нагреть казан? Да, нагреть. Хорошо, поехали. Итак, нагрели казан и наливаем масло. Зигирное масло. Масло горит. А, мы сначала должны нагреть зигирное масло, и потом уже мы будем добавлять подсолнечное масло. Нагрели зигирное масло, теперь добавляем подсолнечное масло. Добавляем немного морковь.
и целый лук. Так, убираем то, что осталось от моркови и лука. Я так понимаю, эти ингредиенты мы обжарили, чтобы убрать лишний запах. Да, лишний запах. Теперь добавляем мясо. Мясо добавляем большими кусками. Добавляем лук, да? Сколько минут мы должны обжаривать лук? Чуть-чуть красный будет. То есть, я правильно понимаю, мы должны обжаривать лук до золотистого цвета? Да. Да? Да. Вот до такого состояния обжарили лук, и теперь пора добавлять морковь. А, воду добавляем. Воду, да. Сколько у нас тут воды? 5 литров. 5 литров. Добавляем нут. Барбарис. И добавляем изюм. Так, это у нас зира. И последний штрих добавляем на борт. Добавляем оставшуюся часть моркови. Наливаем воду опять. Добавляем чеснок. Накрываем казан.
Мы накрыли примерно на 5 минут и ждем, чтобы наш зербак закипел, правильно? Да. Прошло 5 минут примерно, и можно теперь открывать наш казан, потому что зербак уже закипел. Подскажите, пожалуйста, сколько примерно времени осталось до полной готовности зербака? 30-35 минут. 30-35 минут. Морковь мы не перемешиваем. Уменьшаем огонь. Пора замачивать рис. Я правильно понимаю, мы должны промывать рис 3 раза, да, да, перед тем, как замачивать. Да. Какой водой мы промываем рис? Теплой. Теплой водой. Да, теплой. Добавляем соль. Да, добавляем соль. Сколько соли у нас? 400 грамм соли. 400 грамм соли. Да, 400 грамм. На сколько минут замачиваем рис? 20 минут, через 20 минут. 20 минут. Готовим марлю для нашего самаркандского плова. Столько достаточно, да? Да, вот только достаточно. Накрываем марлей наш зербак. Прошло 25 минут, наш рис готов, воду мы уже слили. Добавляем рис.
повышаем уровень огня. Прошло примерно 10 минут после добавления риса, и теперь мы перемешиваем наш рис. Как давно вы уже готовите плов? Я 4 лет. 4 года, да? Да, 4. А кто вас научил? Брат. Брат. Добавляем немного воды. Накрываем наш казан. Через 20 минут. 20 минут мы будем готовить наш плов на медленном огне. Сколько килограммов риса вы в день готовите в этом заведении? 25-30. Мы ждем приготовления нашего плова, а здесь параллельно Анушервон печет хлеб, печет лепешки. Анушервон, подскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже занимаешься этим делом? Уже почти 4 года занимаюсь этим. Откуда сам? Я сам из Таджикистана, город Душанбе. Снимаем лепешки со стенки тандыра. Сколько воды мы добавили сейчас? Еще один литр. Примерно литр. Да. Так, добавили воду, перемешали. Теперь опять закрываем. Еще 20 минут. Накрываем еще на 20 минут. Уровень огня немного повысили из-за того, что мы добавили воду. Да, да. Самаркандский плов мы готовим с говядиной. Да. С бараниной готовят самаркандский плов? Нет, не готовится. Никогда? Нет, никогда. Следующий вопрос. А курдючный жир используют при приготовлении самаркандского плова? Курдючный жир, да, используется. Да.
готовят чисто на курдючном жире или же курдючный жир смешивают с другим видом масла? Да, подсолнечный, это другое масло еще. Клапковый? Да. А с зигирным маслом? Нет. Нет, да? Зигир только подсолнечное масло. Угу. Вода испарилась, поэтому уменьшаем огонь. Мы уменьшили огонь и ждем еще 7 минут. 7 минут. Да. Я так понимаю, наш плов готов. Постепенно добираемся до моркови, да? Да, да. Так, марля, получается, отделяет рис от моркови и мяса. Накладываем плов, сначала рис, морковь, добавляем немного масла. Да. Добро пожаловать на плов. Друзья, мы не нашли свободного места в чайхане. Все столы заняты, людей много. Это говорит о том, что в этом заведении вкусно готовят. Но это не означает, что мы не будем пробовать самаркандский плов. Мы обязательно попробуем самаркандский плов. Это наша главная цель сегодня. И поэтому ребята сейчас у себя в внутреннем дворике накрывают нам стол. Лето, солнце и плов. Кроме плова у нас на столе свежие лепешки, которые буквально 5 минут назад сняли со стенки тандыра. У нас также есть чай, и к плову нам дали свежий салат из помидоров, лука и зелени.
Давайте теперь немного поговорим о самом самаркандском плове. Честно сказать, меня приятно удивил процесс приготовления самаркандского плова. Разумеется, я имел представление о том, как готовят самаркандский плов, но когда ты вживую увидишь весь этот процесс, это совсем другое дело. Самаркандский плов, на мой взгляд, в некоторой степени является диетическим блюдом. Самаркандский плов удобен тем, что при подаче этого блюда легко можно контролировать пропорции ингредиентов. Мы с вами прекрасно понимаем, что на вкус и цвет товарищей нет, поэтому у клиентов могут быть разные предпочтения. Допустим, кто-то захотел плов без моркови. И такое бывает, поверьте. В этом случае, благодаря тому, что в самаркандском плове ингредиенты расположены слоями, повар легко отделяет рис и подает клиенту плов без моркови. Повар также легко может контролировать количество масла в самаркандском плове. Перейдем от слов к делу. Вкусный, рассыпчатый плов с нежной говядиной, которая буквально тает во рту. У нас в плове также есть изюм, барбарис и нут. Сразу хочу отметить, что изюма в этом плове мало, так и должно быть, потому что если в плове будет много изюма, то плов в некоторой степени становится сладковатым. В этот плов изюма добавили столько, сколько нужно. Даже изюм добавляет изюминку этому плову. Попробуем лепешки. Лепешка очень вкусная. Друзья, я бы хотел поблагодарить нашего ошпаза, нашего повара. Спасибо вам большое за этот вкусный плов. Ислом скромен и немногословен, но плов он готовит как истинный ушпас, как настоящий мастер своего дела. И я также хотел бы поблагодарить Анушервона. Спасибо тебе большое за вкусные лепешки. Друзья, если вы хотите попробовать вкусные лепешки и рассыпчатый вкусный самаркандский плов, то тогда добро пожаловать в Чайхану Мир Плова и Шашлыка. В этом заведении Ислом накормит вас вкусным рассыпчатым самаркандским пловом, а Анушервон накормит вас чем? Вкусными лепешками. Вкусными лепешками. Подписывайтесь, комментируйте, поставьте лайк, если вам понравилось видео. Берегите себя и до новых встреч, друзья. Мархамат Кулбек.